Надо было сказать на видео, а я тут фотографирую. Человек приехал, настоящий живой реаниматор. Он в жизни гораздо побольше, чем по телевизору. Вот по телевизору. Покажи, что мне в гости. Приехали, привезли тут красоту. Это вот насадка. Человек посмотрел, что я мучился там. А где ее? Куда накрутить ее? Сейчас найдем. Вот, я мучился с контами. Вот такую насадочку мне сочинил. Вот, чтоб я теперь не мучился прокатывать. Ну, вот это вот такая же поменьше. И опять же, тут вот так, чтобы этот кант как бы нарезал, если надо, а этот не мешал. Опять же, здесь вот он фиксатор, можно зафиксировать в любом из нужных положений. Законтрил. Вот. Ну и вот эта машинка, это закатывать банки на зиму. Вот, можно закатывать губы налито. Губы клиентам. Ну, сейчас мы покажем. Вот. Валер, покажи свое устройство. Вот оно. Вот так. Покажи, расскажи. Это в интернете. Увидели мы эту красоту. Вот, теперь Валера расскажет, покажет, что как. Он подработал. Ну это серьезно уже, если куртку снимать. Серьезно, как надо курточку снять. На паузу можно поставить. А пусть обрезать лишнее. Так, видно будет. Сань, ты, наверное, отсюда зайди, чтобы нас съешь. Да, вот же. Вот, допустим, есть вмятинка вот такая у нас, да, небольшая. Вот эта вот закаточная машинка как раз вот для поднятия вот таких вещей, чтобы можно было там поближе в угол залезть или еще куда-то. Опорные ролики, а вот этим большим роликом подходим под складочку и, соответственно, полностью сжимать и как прокатным станом ездить не надо. Мы работаем как и крючком, только крючком с роликом. У нас есть опорная площадочка, подводим ролик под вмятинку и потихонечку начинаем ее где-то, значит, где-то мы ее поддавливаем каким-то образом. Где-то прокатываем. Сейчас я еще сориентируюсь сам. Может посветить он? Лампочку включить? Ну, сейчас, вот что-то. Я сам же тоже надо найти свет. Давай, я включу лампочку. Давай, поставь. А вот оно видно сейчас. Вот. И вот мы начинаем потихонечку где-то что-то поднимать. Ну, ребят, я говорю, я из меня подъерщик никакой. Сразу предупреждаю, я больше по молотком рихтовщик такой традиционной направленности. Вот. Ну, то есть вот, если помучиться, ну, уже по-другому. Да, то есть можно это все поднимать, да. Но это надо, чтобы упор хороший все был, не просто это. Ну да, это для примера. Ну, покажи, ну, есть... расскажи модификацию, что. Ну, естественно, у нас там есть сменные ролики. Все закручивается, откручивается буквально от руки. Есть ролики такие. Есть ролики такие. Можно этим углом, видите, к опорной поверхности будет. Можно таким роликом в этот угол уйти к опорной поверхности. То есть уже по месту ориентируйтесь. Вот. Ну, соответственно, их можно менять местами, да, то есть открутить, как вам удобнее, рычаг давить или снизу поднимать, или еще что-то. То есть опорный рычаг сверху-снизу, опорные ролики сверху-снизу. И так их местами можно. Да, меняешь местами, меняешь конфигурацию. Вот, если этих вам мало или еще что-то, значит, они сильно продавливают поверхность. А, есть вот такая вот рельсотрон, так его назовем, да, или как. Ну, те, кто занимается крышами или еще чем-то, вот, ну, прекрасно знают, есть много биндеров для поднятия, ну, делают завальцовки, двойные фальцы и так далее. Те, кто занимается крышами, имеется в виду на домах, да, кровельщики. Вот они, чтобы не портить краску и так далее, у них много роликовые есть всевозможные станки. То есть, и вот здесь, да, вот мы опять же берем... Опираемся на поверхность двумя роликами, снизу у нас давит ролик один. И, соответственно, можем где-то какую-то кромку поднять. Прокатать. Но не прокатать. То есть мы вот уперлись, где-то поджались. Вот, с каким-то углом
уклончиком проехали. То есть двумя роликами нам труднее продавить поверхность. Но это, вот эта штука чисто для кромок крыльев. Вот. На капотах или еще где-то ей работать не надо. Конечно. Это вот чисто узкоспециализированный инструмент вот для кромочек вот этих крыльев, да? Потому что далеко он все равно не достанет. То есть прокатать именно вот такие вот, как их правильно назвать, кризы, да, вот эти вот легенькие вот ударчики, вот такие вот помятости. Вот. Ну это опять же, это... Ну надо будет тренироваться, надо, да. Надо потренироваться. Это я подсмотрел в интернете, мне штука понравилась, я знаю, Саня этим занимается, я сделал, сам попробовал, вроде бы получается, себе я еще наделаю. Вот, и привез вот Сане попробовать, пусть тоже поиграется. Спасибо. Может быть, у него, как у специалиста, будет больше толку от него, чем у меня. Так что вот... Идея хорошая, где-то она, конечно, Валер, поможет, по-любому. Просто мы пользуемся тем, что у нас есть токарный станок, и сделать для нас это как бы не составляет большой сложности, да? Вот у Сани станка нету, да? До него это... Чему? Есть у меня станок, вон он... Тиски есть. А, вот тиски, вот да. Она, дрель. Зажимаешь заготовку и трёшь. Да. Ну, в общем, скажем так, пока есть возможности, пока позволяет здоровье, вот пытаемся экспериментировать. Здоровье можно сбоку показать. Пытаемся, экспериментируем, играемся. Теперь давайте чаю попьем. Да, это, скажем так, обращение.